здорово работаешь. Вот и вертолет. Да где? Там лучший виски сауэр в Манхэттене. Держись! Вставай! Да везде из одной ванной. Когда освободим? Эй! Потерпи! Когда да разрушим? Эй! Потерпи! То, что осталось. Да, это то, что было в бете. Вот и все! Вставай! О, вмазало чем-то. Слушай, все с тобой нормально. По сравнению со мной тебя и не задело. Черт, командир погиб во время взрыва. Но есть задание, и мы его выполним только... Через минуту садимся! Лагерь будет справа по борту! Справа так справа. Интересно, если вот это начало игры, то... То что было там? Я все выяснила про первую волну! Кто погиб, кто пропал без вести! Остались только мы! Всех поименно? Поэтому надо взять себя в руки! Выбора нет! Вот ОТГ-68, диспетчерская, вижу Хадсон. Остались только мы. Да, два агента спецотряда. Все про всех выяснила. Это их вертолет рванул. Что там выяснять-то тогда было? Обычно, чтобы понять, можно ли рассчитывать если на человека, остались только мы. Нужно время! Но времени нет, так что я ставлю на тебя! Молодец, правильный выбор. С прибытием в Хадсон-Пирс! Только не знаю, на что вы рассчитываете! За воротами идет настоящая война! Кто тут командир? Капитан Бенитес. Он руководил эвакуацией Madison Square Garden. Но утром связь не пропала. Если до завтра он не проявится, уходим. Никто никуда не уйдет, мы вернем себе город. Бери снаряжение. Будем на связи. Желаю удачи. До свидания. Крутой я такой чувак. Я на пирсе, нужны носилки. О, явились, не запылились. Явились, не запылились соратники. Ладно. Ну, в лагере-то нужно осмотреться, там все такое. Что за херня? Нельзя бросить Манхэттен. Почему нельзя-то? Можно. Подумаешь, Манхэттен. Важное сообщение от Министерства здравоохранения и социального обеспечения. Это путь к... к ящику. Нет, это путь к выходу. Так, ладно, секундочку. Ну вот, совсем другое дело. Отрубил я трансляцию, лучше позаписываю. Может, метку надо поставить? Так она вроде светится. А чувак там завис опять второй. Внимание! Сообщение на волне ОТГ. Мы под обстрелом! Нет, все здесь. Всем бойцам ОТГ! Прием! Поиск источника сигнала. Так, анализ давай. Передаю координаты. Прошу убивать их издали. Внимание! К вам приближается противник!
приближается противник! Они просто городские шакалы! Давай, давай! Но это командная игра, как бы. Это не темная зона еще. Цель под контролем. Враг полностью нейтрализован. Командная игра, да, все понятно. Люли что-то так не может подсоединиться. Диспетчер, говорит агент Фейлау, я уполномочена приказом президента и Министерством национальной безопасности, директива 51. Операция «Ответ», второй этап. Кто бы ни были, нас атакуют со всех сторон. Не знаю, чем вы можете помочь. А сейчас нам пригодится любая помощь. Откуда вам известна моя частота? Мы вас прикроем. Только не стреляйте в тех, кто пытается вам помочь. Конец связи. Внимание! Подключаюсь к местным каналам ОТГ. Да, это вот было в бете. Сообщаю, что к вам идет подкрепление. Агенты спецотряда. Наконец-то! Вас только за смертью посылать! Гоните их сюда! Бостер, прикрываешь на лестнице! Мартинес, обходи с фланга! Давайте, давайте! Только в этом месте у меня уже оружие прокачанное было. Более-менее. Мартинес. Так, а чё он тут? Чё это он? Вышел. А, все, короче, подставились. Так, я ползу, спасайте меня. Давай, Рустивал. Руститал, спасай меня. Давай, ну ты слепой, что ли? Тебе же... Внимание! Агенту из вашей группы срочно нужна помощь. Где? Какому? Это хорошо. Мы уже разобрались. Запишите в отчет. Пришел спецотряд и всех спас. Спасибо за отчет, отряд Браво. Санта-Мария. Сохраняйте боеготовность. Рад, вступила. Теперь нужно обустроить базу. Зайди туда, осмотрись. Я наконец обзавелась транспортом, так что скоро буду. Давай. Так, а мне нужны аптечки. Почему они не светятся на карте?
Все на базу, короче, пошли. Так, если птички здесь не валяются, то все тогда. Тогда все. Вот это зелененькое, это не аптечка случайно? Ладно, иду на базу. Аптечек ноль у меня. Я их так и не нашел. Ну что, сейчас нужно будет поговорить, наверное. Уровень заражения снижен. Сейчас агент, побазарим. Нам нужно наладить работу базы и доказать жителям Нью-Йорка, что мы вернем им город. У нашей базы есть потенциал, но в данный момент она черт знает на что похожа. Чтобы привести ее в порядок, нам понадобится толковый персонал. В частности, врачи. В полевом госпитале в Мэдисон Сквер Гарден есть вирусолог. Но тот такой, район кишит как будто первый раз сюда заходит. Мы сможем организовать работу медблока. Без осматривается. Командир ОТГ Бенитос сейчас... Да, наизусть уже все в бете... Верни его. Это пусть было... займется силовым блоком базы. Исхожено. Я надеюсь, это повысит боевой дух ребят. И избегано. Еще нам нужно электричество. Будет энергия, будет и нормальная разведка. У них был свой техник, но, видимо, с ним что-то случилось. Не найдем его, останемся без света. Плавно камера плывет. Что? Операция завершена. Умеет сканировать все блоки базы, сейчас отмечусь. Всегда будешь в курсе дела. Отмечусь и это, эту серию. Работу базы, тем больше сможем сделать для города. Ну что ж, значит, ты агент спецотряда. А губами губами пошевелить. Вокруг, а также на то, что многие нарушена уже побочная операция. То, что предстоит тебе, и погибли. Причем наверняка ужасной смертью. Ну да. Они были лучше оснащены, что с того? Судьба слепая, бессердечная, с этим ничего не поделаешь. Как же я сохраняй устал. Позитивный настрой. Хорошо, что это тебе предстоит рисковать жизнью, а не мне. Чем я могу помочь? Но я буду держать тебя в курсе событий. Ну, на этом спасибо. Ну ладно, все, эта серия закончена.